Ребят, я просто в шоке. Просто нету слов. Приветик всем, ребята. Кента пока на проводе. И я, ребята, как и обещал, снимаю продолжение открытия кейсов. Ребят, пожалуйста, поставьте огромный лайк. Напишите хороший комментарий. Вообще, любой комментарий. Вот, напишите прямо сейчас в комментариях, как вы думаете, что мне выпадет. Что-то хорошее, что-то плохое, нож или какой-то крутой скин. Напишите, пожалуйста, все это, ребят, снизу в комментариях. И самое главное, подпишитесь на мой канал. Ну что же, а мы, ребята, начинаем. Поехали, и я, ребята, открываю прямо сейчас, прямо в эту секунду, первый кейс. Поехали. Опа, там уже был нож, это, ребята, хорошая примета. Так. Ой, там был второй нож. Топорик, вот это да, вот это говнище выпало, вот это да. Я, конечно, всякое ожидал, но чтоб такое. Спасибо, Блок Страйк, мне сегодня очень фартит. Нет. Ладно, без комментариев, идемте дальше. Опа, блин, ребят, ну я очень хочу мачету, прям мечтаю. Нужна мачета, срочно. Мачета. А, пупеть, ребят, какой крутой скин выпал. Я в шоке, ребят, какой крутой скин выпал. Правда, этот скин на этом аккаунте также есть. Блин, ну что-то такое. Чё-то, ребят, пока что, ну как-то не очень идет. Ну чё, идемте дальше. Кстати, да, ребят, если будет много лайков, я сниму обзор на этот аккаунт. Потому что это, ребята, топовый аккаунт. И на нем есть почти все скины. Я в шоке! Ребят, я просто в шоке. Просто нету слов. Ребят, выпала мачете, я в шоке. Я не так мечтал, да. Блин, ребят, это просто самое крутое открытие кейса в моей жизни. Правда, есть одна небольшая проблема, то что это не мой аккаунт. Но, ребят, но все равно, выпала мачете, блин, это круто. Вот за такие моменты, ребят, вы просто обязаны поставить лайк. Все, ребят, идемте дальше. Блин, вот это да, мачете выпала. Так, ну что, идемте дальше. Надеюсь, мне будет дальше фартить. Так, что же выпадет теперь? Теперь я хочу флип-найф. Флип-так. Я хочу флип-найф, но флип-найф меня не хочет. Окей, я понял. Окей. Выпала УЗИшка. Ну, спасибо и за это. Идемте дальше. Блин, ребят, у меня такое хорошее настроение, потому что я так мечтал о мачете, и она мне выпала, да и тем более, легендарного качества. Я просто в шоке. Так, мне, ребята, выпал... Слушай, а что такое за оружие? М1911, блин, я его раньше не видел, что, новое оружие? Или мне кажется? Ребят, я раньше не видел такого пистолета, я в шоке, что, новый скин? Или я, ребята, как обычно, в танке, или это новый пистолет. Ну, я не помню такого, но был Glock, но был 5.7, был Deagle, был USP. Но вот этого не было. Или я чё-то не понимаю? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Блин, я в шоке, чё это такое? Так, ребят, идемте дальше. У нас осталось 5 попыток. Ну, если мне повезет, то 6. Так, смотрим. Ой-ой-ой, ребят, все лагает, Блок Страйк лагает, ой, лаги, уйдите. Но, кстати, ребят, это хоть и плохой скин, но я считаю, что он самый милый скин. Ну, согласитесь, ребят, этот скин пингвинчика, ну какой он милый, ребят, это милота. Блин, реально милый скин. Все, идемте дальше. Так, поехали. Так, ребят... Держим кулачки. Мне выпадает дробовик. Это что за говно? Фу, блин. Не хочу руки марать об этот дробовик. Идемте дальше. Пожалуйста, ребята. Я даже скрещу пальцы. Пожалуйста, чё-то хорошее. О, мачете была. Ну, кстати, ребят, блин, мне реально выпадают топовые скины. Ну, согласитесь, это крутой скин. Блин, ребят, ну реально нормальный, хороший скин.
Но правда, у моего подписчика этот скин тоже есть. Ребят, у него тупо есть все скины, я просто в шоке. Идемте дальше. О, у нас осталось ровно на 3 попытки. Надеюсь, выпадет что-то хорошее. Погнали. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну-ну-ну-ну, чёт нормально, чёт нормально, чёт нормально, чёт нормально, чёт нормально. И мне, ребята, выпадает... Капец! Я в шоке, ребят! Посмотрите, какой крутой скин. Слушайте, а что на нем нарисовано? Кто, ребят, понял? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что на нем нарисовано. Потому что я чё-то не до конца понимаю, что это такое. Я в шоке. А что это? Блин, ребят, реально какой крутой скин выпал. Правда, у моего подписчика он тоже есть. Ну, вы понимаете, да? Парень, ребята, жесткий задрот. В хорошем смысле этого слова. Ладно, все, погнали. Идемте дальше. Так, так, так. Ой-ой-ой, ребят, какое-то слайд-шоу прям. Опа, опа, опа. И мне выпадает... Опупеть. Ребят, просто опупеть. Какой крутой скин. Смотрите, тут нарисован дракон. И правда, у моего подписчика он тоже есть. Я в шоке, ребят. У него тупо есть все скины. Ребят, кто хочет обзор на его инвентарь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно сниму. Все, ребят, идемте. Идемте дальше. Последняя попыточка. Ох, ох, как я переживаю. Ох, как я переживаю. Блин, ребят, стрёмно. Ну, была не была. Поехали. Поехали, поехали. Начало хорошее, там были крутые скины. Начало хорошее, начало хорошее. А вот концовочка. Мне выпадает, мне выпадает, мне выпадает скин на АК, который есть у каждого уважающего себя блокстрайкера. Блин, ребят. Но давайте подведем небольшие итоги. Мне выпало много крутых скинов. И мне выпала мачете, ребят, мачете, как я люблю. Но, правда, не на мой аккаунт. Ладно, ребята, я вас всех сильно люблю. Большое вам всем спасибо за вашу поддержку. Обязательно ставьте лайки, пишите хорошие комментарии и подписывайтесь на мой канал. Большое спасибо подписчику за его аккаунт, то, что он мне дал снять на нем видео. В общем, ребята, с вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.